В целях повышения безопасности и профилактики аварийности с участием грузового транспорта, также пресечения нарушений требований правил дорожного движения Российской Федерации водителями грузового транспорта и прицепов к ним, на территории Кашхабльского района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик». Сегодня на территории Кашхабльского района проходит профилактическое мероприятие «Грузовик». Целью мероприятия является обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта. В ходе мероприятия сотрудниками госавтоинспекции осуществляется контроль соблюдения водителями правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, а также проверка путевой документации и соблюдение водителями режима труда и отдыха. В ходе операции сотрудники ГИБДД проверили 28 грузовых транспортных средств. Было выявлено 3 правонарушения, при которых в соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена. Уважаемые владельцы грузового транспорта, соблюдая необходимые нормы законодательства, вы внесете неоценимый вклад в обеспечение безопасности дорожного движения.